На канале НТВ продолжается примерный показ нового сезона детективного сериала «Морские дьяволы. Особое задание». Как же будет разворачиваться сюжет по сериям? 9-10 серии. Засада на министра. В Калининграде в своей квартире убит знаменитый историк города, полностью восстановивший схему секретных подземных ходов. Чуть раньше совершено покушение на министра обороны Нигерии, который приехал в самый западный город России, чтобы заключить большой контракт на покупку военных катеров. Эти два, казалось бы, не связанные между собой события, на самом деле являются цепью одного многоходового преступления, которое наемники западной частной военной компании запланировали совершить в России. Спасти ситуацию могут только боевые пловцы элитного спецподразделения НЕРПа. Премьера новых серий состоится 18 декабря на канале НТВ. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.